Дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, и сегодня я решил поиграть в игрушку Эмпирион Galactic Survival. В общем-то, я не помню, снимал ли я видео по этой игре, когда она только появилась в Стиме, или собирался снять, но, по-моему, все-таки я вам рассказывал, мол, это стопроцентный клон Space Engineers, только с контентом в 10 раз меньше. И, в общем-то, на момент появления этой игрушки она действительно выглядела так, и, скажем так... Что там в дальнейшем разработчики планировали с ней сделать, было не особо ясно, но прошло время, с тех пор, наверное, может быть, год прошел, и, в общем-то, Эмпирион выглядит уже не таким, скажем так, бедным, уже есть свои задумочки, есть интересные моментики, которых, допустим, в спейсах в свое время мне не хватало. А сейчас я, если честно, понятия не имею, что там в спейсах, но в любом случае, ребят, вы понимаете, что популярность Space Engineers и Эмпирион, она очень разная. Это сказывается как на продажах, так и на всем остальном. Также учитывайте... Сроки разработки Space появились эдак года на два раньше, поэтому очень глупо ожидать от Эмпириона контента столько же, сколько есть в Space'ах. Но вот в Space, если честно, мне почему-то не очень хочется играть, возможно, потому что я уже, в принципе, знаю все, что там есть, мне нечего исследовать, нету азарта исследования. Вот, а в Эмпирионе я не все знаю, я вот, опять же, побегал чуть-чуть, и, в принципе, мне показалось, что в эту игрушку можно... Будет залипнуть сейчас, опять же, на вечерок. А уж что там будет в дальнейшем, мы посмотрим. Так же, как вот со Страниром я записал 4 серии. Ну, наверное, еще одну-две запишу, такие закрывающие. Потому что, ну, весь контент фактически я исследовал. А дальше уже, ну, останется малый процент того, что я не исследовал. Но в кадре это будет долго. Это нужно там час-два бегать, и ты получишь какую-то маленькую еще одну плюшечку. Ну, давайте от слов перейдем к делу. Эмпирион нас ждет, новую игру я начну, не буду продолжать тот сейв, который я начал, difficulty, ну, в общем-то, я ничего не трогаю, все, что здесь мне проставлено, то есть, low, easy, fast, это мой выбор, потому что я не эксперт в этой игре, но оно здесь настраивается, значит, можно будет, допустим, если прям реально залипнуть, потом... выбрать что-то посложнее, если мы до этого дойдем, если нас это заинтересует. Давайте, стартец. Нажмем. В принципе, мне понравилось, что здесь, опять же, свобода, конструёвины всевозможные, ресурсы добывай, бегай, все это выглядит интересно. Так, и, кстати, ага, и, кстати, вот высадка здесь сделана прям один в один, как в Астронирах, ну, точнее, наверное, это уже в Астронирах сделано прям как здесь, и... Я высаживаюсь, кстати, на абсолютно точно такой же планете, на которой я начинал буквально 15 минут назад, поэтому я здесь сориентируюсь, по крайней мере, где что есть, ну, то из того, что я нашел. Будем пытаться выжить, как-то построить базу, ну, чтобы просто не склеить ласт, хотя бы на этом мы попробуем сфокусировать свое стартовое внимание, а уж там как пойдет, как по... моему интересу к игре, по вашему интересу к игре, будем ориентироваться. Но пока как-то вот так вот мы приземлились. И что мне понравилось, здесь есть подсказки. Да, вот на F1 можно открыть, и здесь есть подсказки, что делать. Это очень хорошо. Ну, по крайней мере, вот в Астронирах мой первый затуп был то, что я не знал, что, оказывается, можно там две плюхи поставить на площадку, и она станет такой расширенной площадкой. Вообще, это вот самый большой мой затуп, и вот к этому гайд точно нужно прикрутить в игре. Но здесь мне говорят, мол, откройте вот этот вот посадочный под, возьмите все, что там есть, и будешь молодцом. Я, кстати, был в какой-то степени удивлен, что вначале сразу тебе столько ресурсов дают. Как-то это даже непривычно, знаете, обычно, потому что ты высадился, и вот у тебя есть руки, ноги, иди ломай дерево, там, не знаю, ковыряйся в земле, добывай там что угодно, делай каменную кирку, молодец, мол, будешь. А здесь уже прям сразу что-то довыдали. Так, Survival Construction нам предлагают поставить. Так, сейчас я найду. Выглядит она... Да, вот сразу что бросается в глаза. Здесь есть Т4. Я уже сюда залез. И чего мне не хватает во многих играх подобного рода, это каких-то вот прокачечки, знаете. Вот я люблю прокачечку. Вот мне хочется какой-нибудь...
как его, факторию в 3D бы вот сделать. И я, наверное, об этом больше поговорю в закрывающей серии Астронира, вообще об играх, почему игры — это печаль, беда, и коммерция просто сожрала все, и почему мы не можем увидеть каких-то нормальных, действительно интересных новых решений, которые мы еще никогда не видели, а видим одно и то же каку, но под разным соусом. Вот здесь видно всякие вон ангарные двери, двери для шаттлов. Ну, в общем-то, вон какой-то холодильник, Advanced Constructor, холодильник Т1, холодильник Т2. Вообще, вот это вот мне прям реально вкатило. Здесь какие-то уровни есть, какие-то поинты, определенный light block, food процессор. Давайте попробуем, что тут. Как вообще все это исследовать? Ладно, с этим разберемся, я думаю. Так, это Capital, это для транспортных свирез, для больших, и small. Ховеры какие-то, всякое. Их ядрить, там кто-то бегает. Меня тут не сожрали, пока я рассматриваю все это дело. Надо бы... Чуть мне не нравятся эти ребята. Ой, блин, тут еще... Ёпарас это. А вы-то откуда здесь взялись? Не, я тут вот высаживался, тут никого такого не было. Тут набежали уже какие-то непонятные чудища, но вроде они не агрессивные. И в моих интересах, чтобы они были не агрессивными. Так. Кстати, наверное, надо камеру перенести, мою вебку, куда-нибудь в другое место. Мне вот интересно, она перенесется из-за того, что я сделал просто паузу, или она все-таки останется в левом углу? Я не учел, что она перекрывает индикаторы, там, здоровье, еда, кислород, стамина, все такое вот. Я надеюсь, что перенесется. В случае чего, со второй серии она будет уже в другом месте, где она не перекрывает. Так, давайте возьмем все-таки оружие в первую слотик, если вдруг кто-то нападать будет. Во вторую возьмем дрель, в третью пилу. И все-таки посмотрим, что там еще в Т4 нам предлагаются. Все-таки недорассматривал. Бейс стартер. Ну, тут он исследован. Он зеленым говорит, это то, что точно исследовано. А вот синим, наверное, это то, что я могу исследовать точнее. Там он карго, бокс, блок, оксиджен генератор. У меня есть water генератор, есть еще оксиджен генератор. Воздух, ну, короче, еще что-то генерирует. Так, тулзы, это то, что есть. Мультитул позволяет, и убирать, и чинить, и менять, поворачивать блоки. Ну, в общем, удобная штука. Есть дрель, но, я так понимаю, она мне вот требует какой-то уровень, то есть я не могу их происследовать. Пушки можно исследовать. Здесь вон тоже такой выбор приличный, в общем-то. Но мне, наверное, интересует в первую очередь какая-то база, какие-то исследования по базе, чтобы ее построить и ласты не склеить. Так, давайте попробуем вот это деревце спилить. Берем пилу и... И оно не пилится, что-то какое-то странное дерево. А, не, вот можно где-то зацепить. За корешочек вот так ее, хопа. И пошло дело. Я получил просто вудлокса. Ну, то есть просто дерево. Я ожидал получить какие-нибудь там ростки. Просто задание одно из первых, которое вам выдают, это разместить... Найти, точнее, там, медицинские какие-то ростки, я подозреваю, из них эти вот всякие, как его, бинты, там, мази лечебные будут крафтиться. Ну, в общем-то, с этой целью, видимо, меня к ним послали. Вот, деревья, вот эти травушки, это ничего, по-моему, вообще не означают. А вот, смотрите, тут было пресс F, то пикап какую-то я там акуру насобирал. По-моему, все-таки я что-то смог сорвать. Давайте глянем. Что-то на акура там было все-таки где-то. Вот, акура берри. Значит, все-таки, да, можно с кустов вот с таких срывать травушки-муравушки. Ну, давайте сбегаем. Ну-ка, вот с этих кустов я могу что-нибудь сорвать? Нет, это просто трава, по-моему, декоративная. Надо бежать вообще к воде, потому что первое, что мы строим, это генератор воздуха. Ну, просто банально, чтобы не задохнуться. Опять же, так я не знаю, перенеслась моя вебка волшебным образом или нет, но, в общем-то, у нас есть индикатор и жрачки, и кислорода. И кислород уже убывает так приличненько. Где-то, наверное, на пятую часть я его израсходовал. Там, конечно, есть баллоны некоторые, стартовые, опять же, которые вот нам выдали. И подышать мне еще время хватит. Ну, давай, пили. Что-то у меня пила закончилась. Амма 0 из 5. А чем ее заряжать-то? Биофойлом она топится. Биофойл, по-моему, давали. Так, small medkit, ядро есть. Это, собственно, из чего мы тут будем. А вот биофойл, что-то я... А вот есть биофойл же. Так, а как его зарядить-то в
наш Пилута. Это странно. То есть, у меня есть топливо, есть пила, как его всунуть-то туда, это вопрос такой интересный. Ну да ладно, сейчас будем разбираться. Давайте разберемся с, во-первых, survival, вот этот вот конструктор, это такой стартовый набор выживателя, скажем так. Почему-то эта штука работает вообще без электричества. Вот это меня чуть-чуть напрягло. Это очень странно и очень неприкольно. Но, по крайней мере, это то, что позволяет нам что-то крафтить в начале. Также вот ресурсы закидываем стартовые. Силикон, медь, железо и кобальт. Это, опять же, то, что у нас есть. У нас есть генератор кислорода, и давайте мы его поставим, потому что, как я уже сказал, дышать чем-то надо на планете на этой. Жмакаем его сюда, его на воду просто требует ставить. Поэтому я, собственно, сюда и прибежал. Так бы мы чуть-чуть дольше на этом вату катали. Заряжаем в него... Вот, фуил-паки. И его хватит на 50 минут. Двух фуил-паков. Производит он где-то раз в 2 минуты воздух. Ну, в общем-то, жить можно. Тем более, что у нас 5, вот, видите, больших банок есть. И маленькие тоже, вот, 5 штучек есть. То есть, ну, в любом случае, какой-то стартовый набор нам дают для того, чтобы жить. Так, кстати, у меня... Да, вот левел, видите, я уже где-то экспу получил, не знаю за что, правда, но получил. А, вот здесь можно посмотреть мои параметры, если вебка все-таки не переехала. Видите, уже 140 кислорода я потратил и 90 практически жрачки тоже я израсходовал. С этим тоже будем разбираться. Так, но здесь у меня есть ядро, где-то оно, вот оно. Из него можно скрафтить базу, вот, базовый стартер. И, как видите, без электричества, без нифига, эта штука просто берет и сама в себе производит. Вот почему я сказал, что это как-то странно, но могли бы сделать, что оно требует электричества, но у нас какие-нибудь там стартовые батареи с собой есть. Мне кажется, это звучало бы логично, но, может быть, когда-нибудь такое нечто сделают. Так, давайте возьмем эту базу. Кто она делась? Я ее, по-моему, не взял из LOL, из аутпута, да. И зафигачим себе базу. Сейчас как мы вот так, хопа! Какие мы молодцы, вот у нас есть база теперь. Что с ней делать, тоже пока вопрос такой большой и открытый, но, по крайней мере, выглядит это мощно. Здесь также можно вот поставить, что это дом, он запитанный якобы, хотя электричества нет. Ну вот, будем считать, что база у нас какая-никакая есть. Гайд мне по-прежнему советует, чтобы добавил я ресурсов, мол, стартовых, какие-то я ресурсы... Добавлял, он мне засчитал эту. Во. Это Crafting Materials. Вот это вот Prometheum палеты, мол, Crafting Materials. А это вот почему-то не Crafting Materials, по его логике. Так, что там еще он хочет, чтобы я сделал? Fuel Pack и Motorbike, чтобы я скрафтил. Да, здесь есть и транспортные средства, и маленькие, и большие, мы уже это выяснили. Во. Motorbike. И мне нужен, опять же, Construction, но он у меня с собой есть. Вот. Это, опять же, из стартового, то, что нам выдали. Кстати, вот ядро, которое, опять же, я использовал, смотрите, не-не-не, хорош. Ему нужно металлических компонентов 5 штук, электроники 4, компьютеров 5 и 3 провода, то есть, ну, тоже такая вещь. Прям так с лёд не скрафтишь такое ощущение, это ядро. Вот мотоцикл, ништяковая вещь. По крайней мере, на нем можно даже прокатиться уже. Это тоже прикольно, сразу есть на чем заняться. Весело, динамично. Так, ну давайте оставим лучше... эти игрушки на попозже, когда будем он в какой-нибудь лес ездить, или вон там что-то такое подозрительное на скалах. И он еще хочет, чтобы я фуил-пак я скрафтил. Да, вот фуил-пак, то есть там именно есть вот фуил-танк, а мне нужен фуил-пак. Где-то я его тоже находил на самом деле. Вот ты, может, нет, это биофуил, это патроны. Фуил-пак интересует меня. Так, может, здесь где-то? Он выглядит вот так вот. Вот он, фуил пак. И он Prometheum палетов 10 штук сжирает за штуку. Ну, по крайней мере, можно сказать, что 34 вот этих вот фуила я смогу скрафтить. А каждый дает, кстати, он по 2 штучки аж. То есть аж, ну, вы поняли, сколько много я смогу этого забацать себе. Так, с этим разобрались. Дальше он хочет, чтобы я удваивающий генератор поставил. Но вот он, собственно, уже стоит. И на L-Shift-F я его могу убрать. Так. И это остается от него инвентарь, но инвентарь был пустой, поэтому от него ничего не осталось. Я чуть-чуть опередил события, как вы видите. Давайте еще раз все это сделаем. Наверное, он потерял. И он говорит, чтобы я его запаверил.
Да, он свою энергию, которая в нем была, он потерял, когда его снял. Обидно, конечно. Выпало бы здесь вот хоть что-то бы полезное из него. Вот это электричество, которое я в него засовывал. Ну да ладно. У нас есть электричество, и я думаю, за это время мы еще сможем себе обеспечить какое-то нахождение других источников производства энергии, из чего это все делать и как выживать. И вот, собственно, задание, на котором я остановился, то, что мне нужно найти какие-то вон edible plants и medical plants. Что оно из себя представляет? Хрен бы его знал. Тут можно что-то сорвать тут? Нет? Нет, это тоже нельзя сорвать. И здесь тоже ничего нельзя сорвать. Ну, будем просто бегать, искать по травушке-муравушке, где подсветит, что я могу что-то сделать. Там и сорвем. Вот это вот выглядит деревце точно, что можно с него что-то срывать. Вот прям инфосоточное. Что-то висит прям, потому что... Да, это окроберри, все те же самые. Тут куст побольше. Блин, а как выглядят-то другие кусты? Интересно. Но вроде бы ясно, как выглядят кусты, с которых можно что-то сорвать. О! Вот прям ягоды висят, грозди же, ну. И фигу там, нельзя сорвать. Хотя нет, вот тут можно. Как странно срабатывает, то есть прям нужно в куст зайти, такое ощущение, чтобы подсветилось. И edible plants мне засчитали. Отлично, значит, нужно остается найти какие-то медицинские растения. И с этим кустом тоже будет все покончено. Так, но я не думаю, что они уж сильно... Так, Crashed MS Titan Midpart. Смотрите-ка. Еще какая-то дресня, которая двигается. Вот это меня больше напрягает, на самом деле. Warren Root. А это что? Это мухоморы. А, ну это остались фигулины, которые, на которых она росла. Но это не медицинские, нифига. Растения. Нет. Да хрен его знает, как они выглядят. Если честно, я сейчас, может, за кадром побегаю и там как найду, так и покажу. Тут что-то... Блин, вот оно что. Ёшкин кот. Меня закопало. Я такой что-то бегаю, срываю. Ну, я просто заодно бежал вот к этой вот конструкции. Слышу, что-то где-то бумкает. Как говорил Винни-Пух или Пятачок. И бумкает тут ни много ни мало, а вот этот вот дрон. Сейчас я его могу вот так вот сбить. Я зато левелапнулся, но... Так, а может быть... По крайней мере, пистолет я на R смог перезарядить. Фух, я его, смотрите, я его из пистолета загасил. Так, а... Это у нас дрелька. О, смотрите, из него всякое брахло нападало. Неплохо. Неплохо, вообще неплохо. Я, правда, не нашел ничего медицинского пока что. Какой-то корндог. За это экспу дают, смотрите-ка. Он. Я нашел ресурсы, и мне тоже экспу за это насыпали. Я нашел, смотрите-ка, базу. Ого, а вот это неплохо, слушайте, ребят. По крайней мере, может быть, здесь строится начать. Смотрите, здесь уже, по крайней мере, он... Какая-то конструевина Мне показалось, что-то... Что-то пролетает надо мной. Труп-транспорт. Что-то это не нравится. Труп-транспорт. Сейчас каких-нибудь тут этих навысаживал. Наверняка. Я провалился. Лол. Здесь есть джетпак. У меня, по крайней мере, стоит, что есть джетпак. И он на off. Я сейчас разберусь, как его включать. Вот джетпак на J. Во. Я летать могу. Все. Ну, вроде бы, да? Да? Да. Чуть. Недолго, но могу. По крайней мере, из больших каких-то ям... Ядрись колотить! Ну я же говорил, это не к добру. Ох, не к добру. Блин, я еще и косой, как не знаю кто. Но мне что-то насували, ребят. И там этих ребят-то немало их навысаживало. Там человек 4, наверное. 4. Ну... Да идите нафиг, алло! Блин, ну хелсы хоть не убывают так быстро. Мои. Все, один, по-моему, ласты склеил. Блин, автоперезарядки тут нет никакой. Так, второй ласты склеил. Все. Надо их обыскать, может, у них там патроны есть или еще что-нибудь. Блин, зараза такая. Ладно, я медкиты нашел. Это неплохо. У меня 200 патрончиков есть, и там я вижу еще как минимум одного бродягу. Космического. Блин, какого хрена их вообще сюда высадили, блин? Я тут
Тут только прилетел! А уже каких-то конкурентов тут навысаживали. Блин, он сливается, зараза, просто невыносимо. Я вообще уже левел 5 апнул. Все, этот вообще никакой оказался. Там один только опасный был, а все остальное такое себе. Антибиотики, антидоты, адреналин, медкиты, stomach pills. Ну, в общем-то, какие-никакие ресурсы я нашел с этих ребят. Лечебные. Сейчас надо будет проюзать. Так, ну все, эти уже обобраты мной. 3 человека, оказалось, здесь прилетели. Блин, ну это такое себе. Если они начнут регулярно прилетать, то это вообще неприятно. Так, давайте, наверное, разберемся с... Poison food, адреналина. Это патроны, но у меня нет, что стреляло бы такими патронами. Так, давайте попробуем сожрать банку. Да, жрачку пополнил аж наполовину, по-моему, нормально. Антибиотик ни черта не сделает. То есть это нифига не лечит. Не лечит, короче, это. Медкит, наверное, вылечит. Ларч медкит. Но у меня пока здоровье чуть-чуть вот было всего. Соточка. Я не думаю, что есть смысл прямо сейчас прям ларч этот самый зажирать. Блин, 400 метров туда драпать до этого приматериум депозита. Я не думаю, что есть смысл, на самом деле, сейчас туда топать. И, блин, нет, не падай, чувак, не падай. Ах, ты ж, блин, я вряд ли взлечу просто сейчас уже. Вот джетпак очень маленький заряд свой внутренний, он расходуется, то есть он электричество никого не потребляет, но... Ну да, я молодец. Вы видели, я прям как трехочковым попал в эту дырку, и мне не хватает заряда. Сейчас его по полной восстановим, и вот, блин. Вот вылететь-то хрен с два. Теперь, ладно, нормально, нормально все, жить можно. Вылетели оттуда. Вообще темнеет, и как бы у меня кислород заканчивается. Давайте попробуем... Посмотрим, сколько их даст вот эта банка кислорода. У меня сейчас 130. Там, кстати, писалось, что через Shift LKM я, по-моему, могу заюзать. Или Shift PKM. Нет, кислород так не заюзывается. Он вообще, кстати, заюзывается? Нет, он не заюзывается, ребят. Это небольшая проблемка. Вот этот заюзывается, это стопудняк. Вот, видите, я его хлопс и типа подышал чуть-чуть. Вот, смотрите, 176. Подышал еще чуть-чуть, 224, ну то есть там полтос буквально у него. То есть нужно 10 зарядов таких, чтобы полностью восстановиться. То есть, в общем-то, надо срочно драпать домой и заняться вопросом обеспечения кислорода себя любимым. Потому что, собственно, больше у меня его нету, ну, по крайней мере, тем, которым я могу подышать. Здесь я вот пытался обыскать вот эту вот дреснятина, но что-то из нее ничего не смог я добыть. Это воронки от того дрона. Нормально он так в меня пострелял. Тут какое-то дерево сдуло даже. Ничего лечебного я не нашел. То есть я тут пытался уже что-то пощупать, но нифига, по-моему. И вот можно еще, наверное, попробовать. А вот смотрите, какие-то caves beans. Но это тоже нифига мне не дало, на самом деле. Магнезиум, ну тоже 500, полкилометра до этого магнезиума, и я что-то не горю желанием туда драпать, так, это что-то подозрительное. Нет, это не отравленное, по крайней мере, как в астронирах там никакой дрянью в меня не плевало, но это не медицинские все-таки растения. Как медицинские они выглядят, я по-прежнему хз. Вообще туда драпать надо на мотоцикле, я его бросил очень неосмотрительно, наверное. И вот такой я еще не собирал, по-моему, тоже мимо проходил, но ничего не собрал. Ладно, будем знать, что там есть база. На ней, в принципе, можно будет отстраиваться, возможно, в будущем, как только мы разберемся с какими-то первичными проблемами. И будет ясно, как производить вообще все, что нам нужно. Но пока что я вижу, что мы сильно зависим от воды, потому что именно в воде производится... Какого хрена ты тут делаешь? Блин, надо его срочно гасить. Пока он мне тут не разнес мою базу. Все, хорош. Но что-то дело нездоровое. Я-то думал, он там прилетел, потому что я как бы на территорию такую вступил. Зато, смотрите, компоненты, моторы, трубы, компьютеры, реактор, коры. Ну, вообще, хороший источник ресурсов. Главное, чтобы он базу не разносил мою. И вообще будет замечательно. Железо здесь также есть вот за этими скалами. Я там копался... На прошлом сейве, и подозреваю, мне придется там копаться в будущем. Как видите, вот в чем беда-то. Он произвел мне О2 ботлы вот такие, которые я не могу никак потребить. А вот то, что я могу потребить,
Это вопрос. Как я могу из этого кислорода сделать то, что я могу потребить? Иначе я просто скоро задохнусь и все. Ну, пополнил жрачку. И, кстати, еще, по-моему, здоровье даже немножко пополнил с этой штуки. Так что нормально. И я вообще, кстати... Блин, какого... Эй! Ты че? Какого хрена вы... Что за дичь вообще? Алло, блин, я там изи ставил же. Нет, разве? Блин, они меня сейчас загложат. Перезаряжай, блин, давай перезаряжай. У меня там автомат, кстати, должен быть. Блин, он попал по мне, у меня уже пол хп осталось. Вот, по-моему, пришло время ларч медкита. Фух, блин, вот это я пересрал здесь, серьезно. Какое-то мясо из него выпало. Нафиг мне это все это калечит. Ну вообще, это вообще нездоровая тема. То, что здесь прям высаживают, вот прям вот так вот на голову тебе чувачков, и ты такой, ха-ха, нормас. 5 буллеты, которые не особо понятно, как пользоваться. Здорово. Просто здорово, ребят. Где-то у меня был все-таки автомат, по-моему. Должен был быть в стартовом наборе автомат, но что-то я его не вижу. Или это я путал, что это просто вот... Да, на R-ку можно перезарядиться, и все нормально. Жить можно. Ну как можно? Я битый, я думаю, сейчас заюзаем медкит. Опа. И он меня хилит. Ну, нормально, кстати, так захиливает. Я думаю, он до фула меня должен догнать. Да? Да? Да. Ларч медкит прям захилил, так захилил. Надо что-то делать с базой. Вот что я думаю. Блин, ну блин, теперь я опасаюсь даже просто здесь сидеть и смотреть инвентарь. Какие-нибудь сейчас вылезут чучмеки. Смотрите, у меня уже есть 7-й левел. Максимум здесь 12-й по unlock point'ам. Какая-то кнопка unlock. У меня есть... Какого хрена, блин? Опять? У меня уже патрон скоро закончится. Алло. Ну, пока что-то не вижу. Где? Ну, сказали approaching, значит approaching. Блин. Это что, это скалы или не скалы? По-моему, скалы просто. Хрен его знает, потому что они реально где-то там далеко высадились. Я говорю, опасно теперь даже в инвентарь-то сыкотно залезть. Чуть стемнело, и ни черта вообще не видать, что здесь. Я в такую ночь-то, ну блин, бот-то я на ночь стреляю так же хорошо, как и днем. А вот стреляю или... Я что-то слышал, по-моему. Во! Во-во, вот он! А я могу сбить его? Пока он еще не это. И прям вот на голову мне, типа, вот тебе, чувак, труперов мы тут навысаживали. Вот разбирайся. Веселись вообще. Молодец, чувак. Спасибо, ребята. Вот. Как бы я без вас тут... Все, меня просто раскидали. Меня просто взяли и you are dead. Потрачено. Вы видите? Я подозреваю, это game over. А, нет, смотрите, респаун от home base могу сделать. Могу, кстати, fresh start сделать. Ну, давайте попробуем на базе. Блок базы-то я поставил, но... Проблема в том, что... Да, вот именно в этом она проблема. У меня здоровья-то уже не осталось, лол. И медкитов никаких нет. Да я не вижу его, алло, блин. Ночь же... Я только по вспышкам могу смотреть. Они стреляют прям как белки в глаз. Еще вот эта надпись, блин, ни черта не видать из-за нее. Ой, блин, как ты близко-то так подошел. Все, сейчас я отъеду от него, по-моему, если он попадет в меня. Так. Вроде раскидал. Ну там, по-моему, больше было. Хотя нет, он, я вижу, труп еще один валяется. И никакого медкита нету, просто... А, вот small медкит есть. Да юзайся ты, ёпрсо-то. Где тут можно все перенести? Отлично. Есть такая кнопка. Ребят, прям респект и уважуха им за эту кнопку. То бы я тут сейчас еще ковырял. Нет, не всех убил, блин. Я говорю, их там трое было. Блин, зараза. Надо еще один медкит сжирать. Я говорю, не видать его ни черта. Он-то меня видит спокойно. Медкиты не сильно захиливают, вот эти маленькие. Плохо. Я надеюсь, все-таки переместилась камера, тут такой экшен и весь
весь саспенс можно потерять без этих показателей. По-моему, вот он. Да, это он. Чисто вслепую гасим. По вспышкам, по трассерам. По-моему, он сдох. Например, вот труп. И тут только просто банки вот эти с жрачкой, блин, и все, и больше ни черта нет. Ну, блин, скорее бы хоть рассвело, я не знаю, потому что ну жопа какая-то прям совсем. Если они сейчас будут с такой периодичностью ко мне прилетать, то нужно вообще на самом деле... Чуть... Блин, да вы ядрите, издеваетесь! Рокет-дрон летит. Я только с одними успеваю справиться, летят новые. Ну, привет, короче, да, выживай как можешь. Изи, короче, мы тут тебе выбрали режимчик. Изи. Труп-транспорт летит, да вы шутите? Серьезно, что где я так обидел эту игру, что она с такой периодичностью на меня скидывает противников? Где я ошибся? Жесть. Жрем, короче, вот это, она тоже чуть хелс восстанавливает. У меня и патроны-то заканчиваются. Мне уже патроны надо крафтить, по ходу дела. Надо вообще драпать. Вообще, да-да-да-да-да. Надо оружку скрафтить. Я думал базу, но по ходу дела первым надо крафтить. Вон он уже летит, зараза такая. Блин, надо патронов закрафтить. Алло, где тут они? Металл пайсес? Это какие металл пайсес? Нет ничего. Ничего нет. Ай, блин. По ходу дела я вату катал слишком долго стартовый. Не надо было никуда бегать. Но я надеюсь, мне 60 патронов хватит их раскидать. Где они там, блин? Никого не вижу. Никто не стреляет, никто не нападает. Может, он никого не высадил? Ну, что-то такое. Прохладные истории какие-то. Ни черта не видать, никого нету. Ну, ладно. Ладно. Окей. Надеюсь, он реально никого не высадил. Если по мне начнут палить, то, ну, все, жопа. Так, что еще у меня есть? Вот это есть, вот это есть. Провода есть, вот такая шляпа есть. Все закидываю, короче. Все, что натырил с этих ребят, все закидываю в крафтильню. Так, реактор кор тоже пусть будет. Автомайнер кор. Медкита это нет, это мне надо. Я этим еще попользуюсь. Так, это рационно, это я понятия не имею, что такое. Это порох какой-то. Так, металл пайсесы нужны. Металл пайсесы. Вот. Сейчас закрафтим пайсесов. Получается аж 10 пайсесов, неплохо. Так. Побольше скрафтим, потому что патронов мне явно нужно дохрена и больше. И магнезиум. Хорош! Так, ладно, ребят, я думаю, на этом буду заканчивать первую серию. Пишите комментарии, ставьте лайки. Будем пытаться как-то выжить в этом кошмаре каком-то инопланетном. Но уже в следующих сериях не забывайте также подписываться, если вы здесь впервые. Увидимся!